Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с налоговыми последствиями, которые возникают в связи с использованием водных ресурсов. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы видите. И первое письмо связано с вопросом уплаты водного налога в ситуации, когда лицо использует водный ресурс без надлежащей лицензии. И при этом следует иметь в виду, что добытая вода, она используется для обеспечения населения. Так вот, рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что само по себе отсутствие лицензии не влияет на обязанность лица выплачивать водный налог. То есть, иначе говоря, если лицо использует водные ресурсы, значит, должен уплачиваться водный налог. При этом ставка водного налога должна определяться, исходя из того, каким образом используется водный ресурс, то есть для каких целей. И если водный ресурс используется для целей снабжения населения, то в данном случае должна применяться и соответствующая ставка. В данном случае Минфин указывает на то, что отсутствие лицензии на добычу воды не влияет на размер ставки. Иначе говоря, отсутствие лицензии не приводит к необходимости применять общую ставку водного налога и также не приводит к повышению ставки водного налога. Следующее письмо, хотя также связано с водными ресурсами, но в данном случае речь уже пойдет о НДПИ. В данном случае Минфин рассматривал вопрос о добыче промышленных вод. Ну, промышленные воды – это воды, содержащие другие полезные ископаемые. В промышленных водах значительная концентрация других полезных ископаемых. И, соответственно, возникает вопрос, каким образом облагать промышленные воды, поскольку они, в общем-то, могут выступать в качестве самостоятельного полезного ископаемого. В данном случае Минфин указывает на то, что необходимо ориентироваться на содержание лицензии, которую получил налогоплательщик, добывая полезные ископаемые. В том случае, если в лицензии лицензия выдана непосредственно на добычу промышленных вод, то в этом случае должна применяться соответствующая ставка, то есть 5,5%. Это прямо предусмотрено налоговым кодексом. Но в том случае, если лицензия выдана на добычу другого полезного ископаемого, а промышленные воды являются попутно добывающимися полезным ископаемым, то в данном случае, как указывает Минфин, должна применяться ставка 0%. Таким образом, налогоплательщикам, у которых возникают такого рода ситуации, ну, по первому письму это прежде всего такие ситуации возникают у организаций, оказывающих коммунальные услуги. Вторая ситуация возникает у компаний, добывающих полезные ископаемые. Так вот, если такие ситуации возникают, безусловно, необходимо иметь в виду соответствующие разъяснения в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.